Но, коли уж вы сделали такой первый пробный шажок в космос, у вас была некая страховка, да, которую, кстати, да, тогда чуть не забыл Леонов на себя прицепить. Да-да-да. Мы сейчас с вами совершим вообще такой серьезный выход в открытый, но не космос, практически в интернет, в виртуальную сеть. Я попрошу помочь нам сейчас. И просто хочу напомнить о том, что мы, кстати, посчитали статистику, друзья, и оказалось, что вот тех, кто смотрит нас через свои нетбуки, в 3 раза больше. Но не забывайте, что у вас есть смартфоны, а там есть прекрасное приложение OkLive, и через него вы сможете видеть любую трансляцию из точки мира, какая вам ближе и по душе, и без всяких нетбуков, и смотрите эфиры 1000 других пользователей OK. Конечно, создавайте свои собственные. А сегодня у нас такая будет премьера для Евгения Миронова. Да. Он сейчас выйдет в OkLive. С моего, кстати, телефона он это сделает. Поэтому, внимание, в нашем выпуске состоится первый и исторический одиночный выход в прямой эфир народного артиста Евгения Витальевича Миронова. Я сейчас все тут настрою, чтобы все верили, что это правда. Друзья, это правда? Вот смотрите, вашу маму и тут, и там показывают, да? Все, всем привет! Я иду и передаю телефон вам. Так, Евгений Витальевич, все, смотрите, вы в космосе. Во? А? Вау! Так, давайте только откадрируемся, да? Вот он. Вот так. Ну, поздоровайтесь с нашими зрителями. А там они уже все... Они все видят вас. Здравствуйте. Привет. Представляешь, если первый человек вышел в космос, а вдруг вот такой... Всем привет, здравствуйте. Евгений Миронов на связи. Как слышно? Меня видно? Спасибо. Как вам в открытом интернете, Евгений? Вы нас слышите? Да, да. Слышно нормально, Евгений? Ну, очень хорошо, вы кричите. Как вам в открытом интернете? Скучно без вас. Не трясет? Потряхивает немножко так. Какие планы? Истерику. Какие у вас планы в ближайшее время в открытом интернете, точнее, в его пребывании? А что вообще делают в интернете? А вот люди, представляете, вот так смотрят в камеру и о чем-то рассказывают, делятся, говорят, вот я сейчас в открытом космосе. А знаете, у меня желание послушать, наоборот, кого-то. Сам-то я уже сколько могу рассказывать. А есть какие-то интересные люди, которых можно услышать? И на которых посмотреть. А тут и посмотреть можно. Давайте. Смотрите, видите, к вам присоединились. Вот видите, подключился. Это те люди, которые в данный момент... Ну, вы же есть, Евгений. Я один, как дурак. Слушайте, вам, конечно, в космосе, мне кажется, в открытом проще, чем в интернете было. Вот смотрите, видите? Это люди, которые подключаются и вас смотрят. Ой, ребята. Поздоровайтесь. Татьяна. Инна. Таня. Она отключилась. А, подключился Татьяна. И смотрите, Татьяна, видите, привет. Пишут вам. Но пока я я вас спрашиваю, как... Уже Анна. Ребята, у вас, я не всех прям могу прочитать-то. Здравствуйте, здравствуйте всем. А что-нибудь напишите, какое-нибудь слово. Вау, сам Женька Миронов. А. Yes. Я за него. Ну, как вообще вам привет, в интернете? Привет. Смотрите, Евгений Витальевич затягивает. Я из Барнаула. Привет, я там был. Ну, как интернет? 4 сердечка. Не, ну очень круто вообще. Только круто. Только они вот не разговаривают почему-то. Но они вот только пишут, они пока не могут. Ребята, жалко. Хотите обратно уже? Привет из Одессы. Привет. У меня знакомый там футболист есть. Сережа, привет. В Одессе. Здравствуйте. Вы можете идти все, ребята, идите. Я вообще въехал, это очень круто. Привет. Кузбасс. Кузбасс класс не был никогда. Вы понимаете, что только что мы народному артисту просто открыли новую... Это игрушка опасная, меня потеряете навсегда, ребята. Я забираю, Евгений Витальевич, все. 2 раза. Это круто.